Ирпень, заведение Crazy Dog, такой маленький ресторанчик, кафешка. Такой вот здесь интерьер интересный. В принципе, цены нормальные. В принципе, десерт в основном. Вот можно так перекусить на скорую руку. Очень тепло и уютно. На два отделения. Там небольшое со стойкой. Здесь основной зал. Вполне уютное заведение. Прямо напротив эко-маркета на центральной площади. Возле парка Незнайка. Когда-то здесь была Рома Кава раньше. Сейчас Crazy Dog. Ну вот чек вышло. Чай 30 гривен, бульон 23, чизкейк 39, 92 гривны, Crazy Dog. Такой вот перекус. Вот такое вот заведение Crazy Dog. Вот оно. Прямо напротив эко-маркета.